станции метро «Черная речка» до конечной станции «Придорожная аллея». Остановка Гренадерская улица. Следующая остановка Большой Самсоньевский проспект. Вас приветствует коллектив государственного унитарного предприятия города Ленинградец. Трамвай следует по маршруту номер 21. До конечной остановки Придорожная аллея. Счастливого пути! Для выхода из вагона нажмите кнопку на двери после включения зеленой подсветки. Остановка Большой Самсоньевский проспект. Трамвай следует через Гренадерский мост мимо станции метро «Черная речка» и верхней станции «Придорожная аллея». Остановка Гренадерский мост. Следующая остановка – улица Рентген.
Остановка улица Рентгена. Следующая остановка Большая Монетная улица. Улица. Следующая остановка – Первый медицинский институт. Первый медицинский институт. Остановка Петропавловская улица. Выход к станции метро Петроградская. Следующая остановка Большой проспект Петроградской стороны.
Остановка – Большой проспект Петроградской стороны. Трамвай следует до конечной стороны. Каменноостровский проспект. Следующая остановка – Чкаловский проспект. Следующая остановка – Вяземский переулок. В целях вашей безопасности выходите на проезжую часть для посадки в трамвай только после его полной остановки.
из вагона, нажмите кнопку на двери после включения зеленой подсветки. Остановка Вяземский переулок. Следующая остановка Песочная набережная. Песочная набережная. Трамвай следует до конечной станции Придорожная аллея. Следующая остановка Каменный остров.
Остановка Каменный остров. Трамвай следует до конечной станции Придорожная аллея. Станция метро «Черная речка». Следующая остановка – Новосибирская улица.
Следующая остановка – Торжковский рынок. Следующая остановка – Студенческая улица, железнодорожная станция Ланская. При выходе из вагона на проезжую часть будьте осторожны, остерегайтесь близко идущего транспорта. Студенческая улица. Железнодорожная станция Ланская. Следующая остановка – Большой Самсониевский проспект. Большой Самсониевский проспект.
Следующая остановка – проспект Пархоменко. Из вагона нажмите кнопку на двери после включения зеленой подсветки. Остановка – проспект Пархоменко. Следующая остановка – Удельный парк. Thank you.
Следующая остановка – Манчестерская улица. Следующая остановка – Янатаевская улица. Выход к станции метро «Удельная».
Из вагона нажмите кнопку на двери после включения зеленой подсветки. Остановка Янатаевская улица. Выход к станции метро Удельная. Следующая остановка Рашетова улица. Остановка Рашетова улица. Следующая остановка Алоницкая улица.
улица. Следующая остановка – Поклонная гора.
выхода из вагона, нажмите кнопку на двери после включения зеленой подсветки. Остановка. Станция метро Озерки. Следующая остановка – проспект Луначарского. При входе в салон не забывайте оплачивать свой проезд и провоз багажа. Проездные билеты и банковские карты прикладывайте к валидаторам на поручнях. Убедитесь, что на экране валидатора загорелся зеленый сигнал. На линии работает контроль. Следующая остановка – улица Асафьева. Следующая остановка – станция метро «Проспект Просвещения». Это, да,
Из вагона нажмите кнопку на двери после включения зеленой подсветки. Остановка. Станция метро Проспект Просвещения. Следующая остановка – улица Шостаковича. Шостаковича. Следующая остановка – придорожная аллея, конечная –